Спасибо. Простите. Эй, а ну стой! Стой! Это туда. А, спасибо, малыш. Вы будете здесь жить? Да. Значит, вы знакомы с мамой Сяо Хулу? Кто такая Сяо Хулу? Тату! Тату! Эй! Вон Сяо Хулу! Мы идем играть в гобау, ты с нами! Да, подождите! Беги, беги! Осторожнее! Есть кто? Здравствуйте. Вы знаете Се Сяо Чун? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Сюй Хун Доу? А вы Се Сяо Чун? А, вы сами нас нашли. Я так и думала, что вы подойдете к этому времени, но вы не позвонили, а дозвониться сама я не смогла. У меня телефон разбился. Да-да. Вот оно что. Это ваш чемодан? Да-да. Помогу вам. А? Не надо, не надо, я сама. Я донесу, вы его целый день таскали. Тяжелый. Да, тяжеловат будет. Ну, идем. У нас большой двор. Да, не маленький. Это не один участок, а три объединенных. 2 года назад мы арендовали землю, отремонтировали все, сделали дворик с домами для краткосрочной аренды. Всего 6 комнат. И вот ваша. Соседнюю комнату снимали почти 1/2. Съехали только недавно. Остальные заняты. Если вы захотите остаться у нас на подольше, сообщите мне заранее. Хотя бы за 1/2 месяца. А, хорошо. Ну что, проходите. Вот так. Ну вот. Это все, что пришло вам на пункт выдачи. Я принесла сюда все, что пришло для вас. Проверьте, пожалуйста. Хорошо, спасибо. И давай на ты. Идем, я все покажу. Здесь у нас 1 кухня на всех гостей. Можешь пользоваться всеми приборами и утварью, а не для общего пользования. А там у нас находится чайная. Сразу за ней кладовка, а рядом с той склад с инструментами. Отлично. Посмотришь? Идем. Здесь, как видишь, общая столовая. А прямо за ней расположена маленькая зона для отдыха. Если будут вопросы, а меня не найдешь, то можешь обратиться в 1-ю комнату. Там живет Нана. Пока она в кафе, но я вас двоих еще познакомлю. Ладно. А вон там, кто это? Постоялец из 2-й. Не обращай на него внимания. Хорошо. Тогда я пойду. Спасибо, Сяо. Не за что. О, в деревне один парень гнался за лошадью и разбил мой телефон. Лошадь, говоришь? Как выглядел? Совсем молодой, худой, высокий. Ясно. Ты по адресу. Он живет в соседнем переулке. Я отведу. Спасибо, Сяо. Не за что. Осторожно. Да. Вот, дом там.
Давай, иди. Ага. Так, послушай, в этой семье есть бабушка и еще старший брат. А. О, погоди. Алло? Да, хорошо, сейчас подойду. Да. Хундоу, дальше ты сама. У меня дела. А. Как зайдешь, ищи старшего брата, ладно? Да, хорошо, ты уже мне помогла, не буду отвлекать. Хорошо. Если завтра будешь свободна, заходи в кафе, я угощу тебя. Спасибо. Ну, я пойду. Да. Пока. Пока. У нас столько лошадей, но нет. Ты почему-то выбираешь только милашку. В прошлый раз ты серьезно пострадала за нее. Два пореза получил. Нога только зажила. А теперь она сбежала. Ищи свищи. И еще. Что за прическа, а? Выглядишь неопрятно. А? Это имидж такой. Состриги. Бабуль, посмотри, каков. Давайте есть. Ой, простите. Я не увидела звонка и решила зайти сама. О, туристка? Заблудилась? Я к нему. Ко мне? Да. Происшествие утром. Лошадь. Ты что, кого-то сбил? Нет, 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 нет. Ничего подобного. Он гнался за ней, врезался в меня, телефон вылетел у меня из рук и разбился. Ваш телефон сломался? Врезался в человека, а мне не сказал, да? Девушке пришлось самой прийти к нам. От тебя одни проблемы. Брат! Брат, одни брат, проблемы! Я был неправ. Брат, брат, стой! Не бей! Брат, брат! Стоять! Она стой! Я был неправ. Стой, брат, говорю! Брат! Стой! Не бей! Бабушка, помоги! Бабуль! Экран сильно поврежден. Не работает. Мне заменить экран телефона или купить новый? Можно отремонтировать. Поменять у него экран. Если не получится, оплатите половину. Ему и так больше года. Ага. В деревне негде починить телефон. Вы здесь надолго? Я только приехала, так что пока остаюсь. Кто привел вас сюда? Се Сяочунь. Се Сяочунь? Угу. Дворик Юфэн? Угу. А, меня зовут Се Джияо. А вас как? Сюй Хундоу. Я сейчас занят, не смогу поехать с вами. Я попрошу кого-нибудь. Нет, нет, мне еще нужно разобрать вещи. Завтра я схожу сама и принесу вам чек. Хорошо? Хорошо. Угу. Извините. Да ничего. Погодите. А? Се Джиюань, подойди. Извинись перед ней. Простите. По-настоящему. Простите, не заставляйте сестра, простите. Его, ничего страшного. Простите. Простите. Да ничего. Не бейте его. Я его не бил. Разве я бил? Бабуля! Бабуля, он дал мне подзатыльник. Смотри. Ну, ничего, ничего. Очень больно. Что она сказала? Не починит, оплатим половину нового. Ее старому уже год. Честный человек. Да, не потребовал новый. Вечно жадничаешь, мне купи. А то хожу с его старым, скряга. Ты еще учишься, зачем тебе новый телефон? Друзья злятся, что игры тормозят. Раз ругаются, не играй с ними, это не культурно. Да ну, тебе не понять. Ты... Как так? Не издевайся над ним. Кушай. Спасибо.
Алло, ну как? Есть новости по картинам? Машинная работа не сравнится с ручной. Там все по трафарету, и работы одинаковые. Никакой индивидуальности. Попробуй еще раз переговорить. Вот так. Уже и поесть спокойно не дадут. Давай, тоже ешь. Бабушка Сюин, а? Нужно убрать перед входом. Да. Сестра. Да. Опять что-то не убрала. А, опять. Я забыла. Ну. Работай. Сама сделаю. Встретила нашу гостью? Встретила. Очень приятная девушка. Как зовут? Чем занимается? Зовут Сюй Хун Доу. Про работу еще не спрашивала. Еще не ела? Попробовала приготовить баоцзи. Отнесу сяося. О нем не беспокойся. Да ерунда. Инзы! Вообще не понимаю, чем ты занимаешься день ото дня. Что происходит? Смотри! Мастер на него ругается, бездельником называет. Смотри, этому я учил тебя, а? Столько лет учился и возомнил себя настоящим мастером. Что, осилил ремесло, возгордился, решил в конец расслабиться, да? Это мое творчество. Какое творчество с твоими навыками, а? Знаешь, в твоем возрасте работодатели за мной гонялись. Отбоя от них не было, очереди выстраивались. А ты что, эту дверь давно уже делаешь? Посмотри-ка. Нет, ты смотри, смотри. Ну, спишь за работой? Я еще не закончил. Бестолочь! Ягоза! С утра до вечера лишь бы в телефоне сидеть. Все тебе хихоньки да хахоньки. Вечно витаешь в облаках, не думаешь о работе. Ходить не научился, а летать хочешь? Выскочка! Был неправ, простите. Да, искусством извиняться ты овладел. Но что это меняет? Что уставился? Я говорю вам от чистого сердца. Неужели? Да? Тогда этого ты лукавил, да? Давай, говори. Говори. Говори! Работы будут продаваться, а резьба на уровне. Вы оттачивали навык. Не одно десятилетие корпели. Вы наследник искусства. Вот это ваша работа. Стоит уже больше года. А стол снаружи? Народ приходит, трогает, но не покупает. Но ведь много кто приходит посмотреть. Если работа хорошая, то... Нет, все бесполезно. Люди приходят сфотографировать, а не тратить деньги. Хорошо, если купят у нас какую-нибудь безделушку, а не уйдут с пустыми руками. Мы никогда все не распродадим, но можно прибегнуть к помощи интернета. Ты! Сяося! И дядюшка здесь... До таких лет дожил, а нрав как у молодого. Неудивительно, что мастер сердится. Ты ведь такой ленивый. Он вечно недоволен, все не устраивает. Ты сам его и разозлил. Не я, другой ученик. Ладно, это неинтересно. Ты о чем это? Об этом месте. Не думаешь? Не думаю. Здесь не Шанхай.
Здесь есть свои плюсы, в Шанхае свои. Какие тут плюсы? Почему не поел? Вот, твое любимое соевое. Пей молоко. Вы закрываетесь? А, да. А. Ты пришла одна? Ага. Тогда давай, заходи. А. Накормлю тебя. Спасибо. Готово. Вот. Держи. Прошу. Голодная? Спасибо. Вы не поможете мне сделать фото? Помогу. Нажмите здесь. Да, хорошо. Раз, два, три. И снимаю. Получилось? Спасибо. Можно еще раз? Все хорошо. Спасибо. Ну как, вкусно? Дорогая, ты здесь одна? Раньше бывала? Нет. Впервые приехала?
Местом не ошиблась. Нашему ресторану уже больше 20 лет. Раньше это был единственный ресторан здесь. Все, кто пробовал нашу стряпню, обязательно возвращались. Спасибо. Посчитайте, пожалуйста. Можно перевести? Да, Вичат и Алипей. Вот, смотри. Хорошо. 58. Нет, картой. У нас нет терминала. Все платят телефоном. А рядом есть где-нибудь банкомат? Нет. Ладно, не страшно. Считай, что я тебя угостила. Так не пойдет. Ничего страшного. А вы... Знаете дворик Юфэн? Знаю. Ты живешь там? Только сегодня приехала, а телефон разбился. Я останусь на пару месяцев. Завтра сниму деньги и отдам вам. Ладно. Ничего страшного. Я могу оставить камеру в залог. О, не надо, доченька. Ты иди. Ничего страшного. Я обязательно принесу вам деньги. Аккуратней. Спасибо. До свидания. Do you ever feel alone, standing in the road, don't know where to go? In the air my memories flow, faces in a row, take a long way home. But all of this remind me to believe, no one stay or leave. And all of this remind me to receive life we can see. The song will rise and fall. It's just another day. Завтра телевидение будет снимать передачу в мастерскую. За это отвечает Сяо Юэ. Скоро пришлю номера съемочной команды. Хорошо. Директор, утром приедет машина от транспортной компании. Нужно будет упаковать работы как на выставку, так и для продажи во время выставки. Хотела предупредить. Они могут прислать свою машину чуть позже. Мастер Сяо подготовил резную картину для выставки, но ее нужно снять. Хорошо, согласую. Когда вы с Джан Сяолань поедете в Синьцзян? Собирались послезавтра. Се Хуайлань с учениками приедет на неделе. Хорошо. Тогда так и будет. Есень, где орехи? Здесь. Раздай всем. Попробуйте. А, дядюшка, и вы. Так, давай, вперед. Берите. Ну же. Дася, ты тоже. Из другой провинции? По рекомендации Хуан Синьсинь. В ее деревне уже давно выращивают такие орехи. Ну как? Неплохо. Хрустят и сытные. Нужно увидеть, как их выращивают. Не вопрос. Дядюшка? Мастер Се. Вот, прошу, ваш чай. Хорошо. Джиао. А? Я хотел спросить тебя про тот отель, который заказывал картины. Как продвигается? Не хотел рассказывать, пока не договорились. Дело так. Мой друг сказал, что хозяин арт-отеля хотел повесить по резной картине на каждом этаже своего отеля. Ну, а сейчас передумал. Теперь же он хочет одну
большую резную картину для главного лобби отеля. Именно твою работу. А для этажей картины машинной работы. Тогда он сэкономит деньги. О, так нужна всего одна? А другой мастер? Ты носитель нематериального наследия государственного уровня. Они хотят твою работу. Мои ученики тоже неплохие мастера. Раньше ведь как? Кто строил дом, вынужден был в очереди стоять за мастерами. Понимаешь? Да, да. Это еще не решено. Чуть позже мой друг назначит встречу с владельцем, и я лично поговорю с ним о сделке. А. Ладно. Забудь об этом. Я не хочу кого-то упрашивать. Давай так. Скажи им, чтобы заказали большую картину у другого мастера. А? Мне работы хватает. Никто никого не упрашивает. А? Бизнес – это переговоры. А? Нам предлагают одни условия, а мы хотим получше. Все эти годы я зарабатывал на хлеб своим ремеслом и никого не умолял. Я сейчас не ругаюсь, не сердись. Лучше я пойду. Ладно. Дядя, подожди. Не важно. Куда? Я пошел. Подскажете дорогу? Что? Как вы тут оказались? Я просто гуляла здесь. Вот мы и встретились. Деревня маленькая, такое бывает. Вы возвращаетесь в дворик? А. Идите до моря по этой дороге, а потом по дороге вдоль моря до самого входа в деревню. Хорошо, спасибо. Что такое? Вас змея укусила? Что вы так смотрите? Никогда не видели? Не наступала. Тогда лучше всего вынуть ногу из лепешки. Впервые на лошади? Да, впервые. Не волнуйся, милашка послушная. Как-то Джи-Юань испугал ее петардами, вот и не любит его. А, ее зовут Милашка? Родилась совсем крохой и милой. Спасибо. Не за что. Наступить в лепешку – это к удаче. Может, и мне достанется. Уволилась и приехала? Откуда знаешь? Ты приехала на 3 месяца. Таких отпусков не бывает. Откуда ты знаешь про срок? Аренда в дворике от 3 месяцев. А, верно. Парень бросил. Или проблемы? Зачем спрашиваешь? Людей заботят любовь и работа. Вся молодежь такая. А в больших городах особенно. Они всегда
пребывают в стрессе. Работы много, денег мало, и начальник дурак. Но никто не увольняется, хотя вечно жалуются. Знаешь почему? А почему? Из-за поисков новой работы, а без нее не будет денег. А без денег долго не протянешь. А ты обеспечиваешь семью, разводя лошадей? Верно. У нашей семьи есть своя земля. Моя бабуля – садовод. Выращивает овощи и торгует с прилавка. Но если бы я не работал, даже этого бы не хватило. Сколько лет твоей бабушке? В этом году 80. Солнце скоро зайдет. Спасибо. До свидания. Аккуратнее. Присядь пока. Сяо Цинь, нужна обувь. Это что, твоя девушка? Ну и шутки у тебя. Она просто туристка. И ты позволил ей ехать на милашке? Когда я просила, ты не позволил. Вот, выбирай. Эти. Подходят? Да. Сколько? Раз ты пришла с Джияо, тебе без наценки. 12. А? 10. Я так вообще не заработаю. 10. А? Почему ты платишь? Так у нее нет. А ты что, детектив? Тебе-то какое дело? Давай я оторву бирку. Да, хорошо. Ну, Джияо. Бескультурно. По старшинству я тебе прихожусь дядей. Какой дядя? Мы уже не в те времена живем. Никто за этим не следит. Тапочки. Пока. Стой, вот, а? Возьми. Спасибо большое. Будет время, заходи. Да. Пока. Джияо, жди завтра в гости. Ладно. Привет. А? Ты ел? Нет еще. Только обратно? Ага. Куда идешь? Уже ужинать пора. Ладно, хорошо. Ага. Аккуратней. И ты. Неудобные, да? Гуанзюнь, эй, бабуль, не вышивай ты в темноте, пожалей глаза. Почему так поздно? Тихо, тихо, тихо. Бабушка уже заждалась. Да. Твоя подружка? Новый постоялец, Сюй Хундоу. Здравствуйте. Надолго остановилась? Ага. Моя лавка открыта с 6 вечера, приходи за шашлычками. Хорошо. Давай я подержу. Ладно. Она умница, не легается. Давай я. Вот, попробуй. Нет, не надо. Ничего, не стесняйся. Спасибо.
Так, давай. Идем. Я не умею водить лошадь. Тут нечего уметь. Просто иди. Не получится, бабуля поведет. Да, давай. Ничего, ничего, я сама. Идем. Насколько сегодня продала? Больше 100. Так много? Говяжьи бараньи ребра? Ладно. Бабушка, давайте я помою. Не надо, не надо. Иди пей чай. Скорее, иди пей чай. Сейхундо, помоги накрыть. Хорошо. Обычная домашняя еда. Не стесняйся. Спасибо. Брата не подождем? Не думай о нем. Не знаю, где его носят. Джияо! О, тетушка, мы в доме. Соседка. Тетушка, у родственников свадьбы тушили говядину. Принесла вам угощение. Говядина? Как здорово. У нас как раз гости, а ничего приличного нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Гости дворика Юфэн. Баопин, если еще не ужинала, садись с нами. Дома уже накрыто. Сяо Чунь пошла искать Сяо Хулу. Так что я пойду. Ешьте, пока горячее. Приятного всем аппетита. Я пойду. До встречи. Спасибо, тетушка. До свидания. Тетушка, я провожу. Ешь. Не жди его. Спасибо. Ешь. Тетушка, что-то случилось? Хочу, чтобы ты поговорил с Сяося. У него непонятно, что на уме. Не работает толком. Сегодня опять рассердил мастера. Сяо Чунь он вообще не слушает. Они опять поссорились. Молодежь всегда неспокойная. Хотят только веселиться. Дядюшка поговорил с ним. Этого достаточно. Да, но в этот раз все не так. Сяося сказал мне, что у него есть друг в Шанхае. Он собирается к нему поехать. С каких пор у него друзья в Шанхае? Не знаю. Он ведь весь день сидит в телефоне, смотрит видео, да переписывается. Я не то чтобы запрещала ему поехать развлечься, просто боюсь, что он не вернется. Это он так сказал? Он не говорил. Но я-то его знаю. 2 дня назад он... сказал, что новый ученик нашего мастера хочет уйти от него. Снова ученик уходит? Верно. Всю работу сейчас делают машины. У деревенских мастеров мало работы. Сегодня ушел один, завтра уйдет другой. Молодые ребята совсем беспокойные стали. Ладно, я понял. Тетушка Баопин, не волнуйтесь. Для начала поговорю с Сяо Чунь, а потом с Сяося. Ладно, спасибо тебе. Что вы, нет? Ну, я пойду. Да, ты ведь не забыл про завтра? А, не забыл. Вот и хорошо. Я пошла. Скорее иди ужинать. Осторожно. Спасибо, спасибо. Аккуратнее по дороге. Да, да. Да, а как же? Просто хотела сказать, что телефон сломался. Я ужинаю дома у друзей. А... мам, у меня завтра отпуск начинается. Отдыхай давай. Мам, все, больше не могу, это чужой телефон. Ладно, пока. Идем, провожу тебя. Ничего, здесь недалеко, сама дойду. Есть наличные с собой? Нет. Вот, возьми. Спасибо, я верну. Сначала надо телефон починить. Идем. Мне надо зайти в ресторан Гисенхуа. Ты не наелась? Нет, я должна за обед. Надо вернуть деньги. А, можешь не спешить. Так спокойнее. Ладно. Осторожно, ступеньки. Тень
下远山的风景，屋檐的水滴悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿，鱼肚白身起悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起，云朵的倒影，月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平，四季的光影，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云，玉兔白身起悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，照进